О, сегодня какой свет-то, интересно. Розовый. Никогда такого не было. А это что-то с сумкой. Это Надежда Васильевна. Это куда же она собралась? Не зашла к нам, ничего не сказала. Интересно. Больницу она в больницу. Сейчас Игорь ее отвезет. А, она говорила вчера про больницу-то. Да. Ну, ей назначили как раз на этот день, там что-то с глазами. Благослови, Господи. Застегивается. Вот так вот розовый никогда не было еще. И главное, что здесь? Только на улице и только одна из шести. У Раз, вас два, три. белое пятно одно. Ну да. Надо немножко удалить. У вас лучше видно. Нет, я имею в виду саму эту. Ну ладно. Вот так вот. А этот что, у вас не удаляет? Ну да. Я ее шевелю. Вот она же удаляет у вас. Ну, я удаляю. Вот она сейчас застегивается. И почему сегодня такой розовый? Вот это ответ. Вот такое обычно она синяя. Когда начинает рассвет, то синяя. С чем это связано, Никита, не знаешь? Нет, не знаю. Вот растения колышутся. Тут росли. А их поломали, эти кусты. Я сходил, нарвал такой травы, связал и привязал. А вот здесь вот сосульки висят. А здесь сосульки висят. Да. Вот это вверху. Вот они на дом перечеркивают. Что-то застегнуться не может. Интересно. О, темно-то как. А ну-ка дайте свет. Ага, отправляются на работу. Ты куда, Володя, сегодня? Я к Игорю с Никитой вместе. С Никитой вместе, да? Да. Ну, слава Богу. Давайте я вам молитву прочитаю. Там пойдете. Боже милостив, будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. И благослови на этот день, чтобы труд наш был полезный и безопасный. Да сохранит вас Господь. Идите с Богом. Мир и любовь да сопутствуют вам. Не забывайте сегодня. Он сказал с шести или с пяти? Кто? Сегодня с шести так же? Так же, да. А то мне показалось, Игорь, что-то... Нет. Ничего. Непонятно. Мы сегодня Андрея Крицкого заканчивается, четвертый день. Выключи свет тогда. Давайте, ничего не забывайте. Хорошо дверь надави, чтобы не отошла. Это вот на улицу смотреть отсюда. Вот Никита стоит. Да я провожаю их. Сейчас много разговариваю с Никитой. Еще попросишь таким скрипом. И, ну, я говорю, ты не расположен. Ну почему у тебя чувства-то благодарности нету? Об этом говорю. Другому, я с 10 лет, еще 10 лет не было. Или было 10-то. Ну, 4 класса кончилось, с 6 лет пошел. В школу я раньше на год пошел. И старался все делать хозяевам. Хозяйка там берет белье гладить. Я утюг отберу, поглажу белье. За воду. Она пошла за водой. Это в Барнауле я уже был. Учился в техникуме. Я босиком выскочу на улицу. Корову доить. Я тут же с ней. А это даже никакой нужды нету. У хозяев нет забора там где-то. С работы привезу забор сделать. Сразу сделаю и... Сарай новый, подвала нет, подвал выкопал, а здесь ничего нет, вот как, вот никак. Даже нужно, сейчас выговаривал, Никита, ну у тебя никакого навыка, никакого тебя нету, даже воспоминания никакого, о жизни-то не будет. Мне Господь провел, что у меня все время и студенты, преподаватели, военные среди них, в воинских частях вести занятия, заключенные. Начальник детского лагеря 45 лет. То есть всесторонние везде, это Господь так делает.
посылает. Ну, рядом там маленько учись. Мои года, мое богатство, там Кикибизи или кто там поет. Вот, уходят братья. Благослови их, Господи Боже наш, и надежда. Да сохранят всякого рода зла и греха. Интересно, розовое. Вот это что-то есть, но никто не знает, чего это. Или облака дают какой-то отсвет, или что. Никто не красил. Там человек прошел, сейчас вот здесь вырвется он. Вот он. Ну, сижу дома и рассуждаю. Никита вызывает большое у меня беспокойство. Меня не будет, он Володю будет гнобить. Я сказал при собрании, 3 замечания, и вы расстанетесь. Володя не трогай. Вон он подъехал. Это Игорь Дебунов. Надежда Васильевна решил куда-то свозить. Там в больницу. Лишний раз стараюсь не трогать ни одной машины. Благослови, Господи. Это у нас сегодня 22 февраля 2018 года, четверг. А чем мы... Ну, заканчиваем сегодня считать канон Андрея Крицкого. Вот так. Видно, поземка небольшая дует. Чуть-чуть снег сдувает. Уталкивается. Три поклона всегда сделают. Выходит, у нас определенный порядок. Вон она, машина пошла. Ну, а теперь дальше. Вот она. Все на этом. Во славу Божию, братья.